Самая большая мудрость китайской медицины – лечить болезнь до ее возникновения. Это значит, что надо заниматься профилактикой. Мы должны укреплять здоровье и заниматься профилактикой заболеваний. Но если заболеем, обязательно надо обратиться в больницу и лечиться под контролем врача. А после лечения надо проводить восстановительные мероприятия. Фактически же все происходит так. Люди ждут заболевания, лечатся, а потом ждут следующего заболевания. Правильная схема сохранения здоровья совершенно иная. Надо заниматься укреплением здоровья. Если все-таки заболевание случилось, контролировать и лечить, а после выздоровления заниматься укреплением здоровья. Мы сегодня с вами говорим о мудрости китайской медицины. Главные ее постулаты – это очищение, регуляция, восполнение и общее укрепление здоровья через первые три меры. Организм нужно очищать от физиологического мусора, после чего восполнять необходимые ему питательные вещества. Организм человека постоянно осуществляет внутренний и внешний обмен. Регуляция обеспечивает динамическое равновесие всех процессов в организме. Должны быть уравновешены инь и ян, лево и право, верх и низ. И, конечно же, надо укреплять иммунитет, чтобы не болеть. Это мудрость китайской культуры оздоровления. Начинать надо с очищения. Необходимо обеспечить чистоту внутренней среды организма. Нужно давать организму все необходимые ему вещества для того, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Это привычки здорового образа жизни. Это законы здоровья. Человек стремится к долголетию, но это должно быть здоровое долголетие. А здоровое долголетие формируется ежедневными, постоянными усилиями, с каждым глотком воды или пищи, с каждым сказанным словом, с каждой эмоцией. Все это влияет на наше здоровье. Мы обязательно должны сделать очищение, регуляцию, восполнение и укрепление организма своими жизненными привычками, чтобы жить счастливо и долго.